В ближайшие месяцы на территории Ленинского городского округа планируется усилить борьбу с нарушителями правил парковки. Теперь право выявлять и наказывать нерадивых водителей помимо ГИБДД получат специалисты Управления регионального административно-транспортного контроля и Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий. Инспекторы смогут выписывать штраф и эвакуировать автомобили на штрафстоянку, если они будут перекрывать подъезд к местам сбора мусора, мешать проезду спецтехники и общественного транспорта, нарушать требования дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку. Если мы рассматриваем дворовую территорию, то штрафы будут выписывать инспектора Главного управления содержания территории Московской области. То, что касается автомобильных дорог, это будет Управление регионального контроля на транспорте Министерства транспорта Московской области. ГИБДД, у них эти полномочия остаются по соблюдению правил безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, ну и во дворах в том числе. Для эффективного взаимодействия между службами создана единая система, которая получила название «Проверки Подмосковья». Новшества вводятся для того, чтобы более оперативно реагировать на жалобы жителей, коммунальщиков и экстренных служб. Каждый инспектор, он одет в фирменную форменную свою одежду, соответственно, имеет с собой планшет, куда это все заносится, и плюс у него на груди есть такой датчик видеонаблюдения, так называемый дозор. Это будет плановая ежедневная работа именно в горячих точках, которые мы уже практически сформировали, и адреса будут просто добавляться в эти горячие точки. Штраф за неправильную парковку в настоящее время составляет 1500 рублей. У контейнерной площадки 3000 рублей. Но в особых случаях общая сумма, с которой придется расстаться нарушителю, с учетом штрафных санкций, оплаты эвакуации и штрафстоянки, может доходить до 7000 рублей.